эмоции, только вперед! Мы находимся на Джон Леннон Драйв, то бишь Джон Леннон Стрит, то бишь улица Джона Леннона начинается здесь. И сейчас мы на ней по Санкт-Петербургу прогуляемся и зайдем в наше родное издательство Диан, о котором знает рок-н-ролльный мир, которое сделала моя Костя. Делает мою вторую книгу, так что вот, братцы, в этом месяце мы увидим вторую книгу Коли Васина, Васи Колина. Помните? All you need is love. Стартуем. Прилично, да, идти вот? Нормально. Ага. Как вы познакомились? А случайно, я проходил мимо дверей, смотрю, написано какое-то издательство. А я уже 10 лет, больше, 12 лет я уже перед ним искал место, людей, издательство, бумагу, деньги для того, чтобы издать мою первую книгу в Кости. «Рок на русских костях», точнее. И все отказывали, как ни странно. И вот прохожу мимо издательства, в которое мы сейчас идем как-то. Ну, это было давно, это было, может быть, в 2005 году. Смотрю, написано «издательство». Я зашел, говорю, ну, мою книгу издадите. Он говорит, неси, посмотрим. Я принес ему, а через 3 дня он говорит, берем. Издаем, и все. А тираж солидный же был, да? А? Тираж большой же был. Тираж большой был. 5000, по-моему. Ага. Вот так вот. А в продаже еще есть, Костя? Есть. Ага. Вот до сих пор есть. Ты знаешь, где можно найти? В Зингере. Потом... Я не видел, я там часто бывает. А в Буквоеде напротив, через Невский, ага. Гостиного. Напротив Гостиного. Там я видел там 2 месяца назад был. Ага. Были Кости. 2 месяца назад. Это лучшая книга о Битлз. Конечно, в России это лучшая книга. Может быть, и в мире. По крайней мере, я ее прочитал 1000 раз. А моя коллекция направо. А моя коллекция из 500 книг на полке в моем офисе, она не пользуется такой популярностью у меня, хотя я эти книги сам отбирал. Многие книги я не дочитывал до конца, не идут, понимаешь? Есть книги у меня даже, которые я вообще не читал. А Битлз я имею в виду, конечно. Не тянет пока. Я вообще живу и работаю по интуиции. Если меня тянет, если я чувствую что-то, то я делаю это. Если я не чувствую, что это делать не надо, я не буду это делать, что бы там ни происходило. Вот наше издательство, ребята. Диан. Видишь? Здесь сидит человек по имени Евгений, к которому мы сейчас топаем. И также вот эта книга. Это именно произведение искусства. Именно искусство. И, так сказать, там нет какой-то занудности ненужной. Абсолютно нет. Ну, ее листаешь, ее, вот, чем больше ее листаешь, тем как бы глубже туда проваливаешься. И понимаешь, какое клевое время. То время было. Когда они начали это все. Да, записывай. Начали все это делать. Это просто шедевр. Это просто шедевр. И я рад, что я Браво! Участвовал в этом.
всем в зале встать! Ну, да. Вот так. Ну вот. Очень надеюсь, что. Понял, какого человека я тебе привез? Можете на следующую книгу. Ну, вопросики подготовил. Да, есть какие-то, ну, задавайте. Да. Как вас получится? Евгений Борисович. Ну, можно и Евгений. Коль, как твои впечатления после встречи с Евгением? Хорошие, приятные. Я рад. Он все правильно глаголил. Ни мысли, ни слова протеста не было. Я с удовольствием слушал его речи. Его ответы какие. Вопросы. И вопросы тоже я слушал с удовольствием. Все было в гармонии. Все было хорошо. Сколько лет получается вы знакомы? Ну вот мы с ним знакомы примерно с 2006 года. Ага. А Костя вышли тогда? А Костя вышли на следующий год, 2007. Ага. 10 лет уже как раз. Да. В Америке работал? В Америке. Я зарабатывал доллары. Понимаешь, я просто тупо зарабатывал доллары. Я работал в Ландри. Ландри. Я сушил эти простыни. Ага. Я стоял около барабана, огромный барабан диаметром, там метр полтора, он крутился, горячий барабан. А мы с филиппинцем, он с одной стороны, я с другой стороны, наматывали эти простыни на барабан. Простынь делает обороты, и она уже сухая. И вот так целый день. Но кормили, как в ресторане. Вообще, я с собой даже брал еду в эту гостиницу. Набивал карманы там всякими там мясами, колбасами. Там выбор был 3 мяса, 4 рыбы, там 10 соусов. Они так любят соусы в Америке. Просто фантастика. А ты не думал никогда остаться в Америке? Думал, но денег нет, ты понимаешь? Угу. Думал, там колоссальнейшая русская община в Нью-Йорке. Там такие пособия, работу какую-то. Дофига всего, там очень хорошие люди живут. Не, я имею в виду, там получать же можно было сначала пособия какие-то и работу там какую-то жизнь нашел же. Ну пока я об этом не думал, потому что, чтобы остаться, я тебе говорю, надо денег. Надо за квартиру надо платить, за прописку надо платить и так далее, и так далее. А я приехал как турист, я был 4 месяца в Америке. Я все изучил. И вот в частности я поехал в Кливленд зарабатывать деньги с русскими. Тоже с русскими ребятами. Они поехали по объявлению в газете. Они поехали работать в гостиницу недалеко от Кливленда. И меня взяли с собой, потому что у меня было время и не было денег. Я заработал, за месяц я заработал $1500, это было очень неплохо, да, там платили хорошо, я был доволен. Ты мог бы там и выставки разные проводить. Ой, да чего я только не привез оттуда, ты не представляешь, как я много, я привез около 20 книг о Битлз, только 20 книг я привез, это было в 2000 году, я привез 20 книг о Битлз, о Джонни, ну и всего остального дофига. Музыки, там, сидишек тоже штук 10, за 10. В Америке все есть. В Америке дефицитов нет. Но вот храма Джона Леннона там нет. Наелись, напились и запели. Это вот так вот в тюрьме привяжут тебя к столбу железному и поставят вот это. И все. И ты через там день-другой дуба дашь. Мне Боря Гемщиков подарил своего кота. Году там тоже, допустим, 87-й какой-то. Я помню, этот кот себя плохо повел. Я никак его не мог приучить
гадить в нужное место. И он гадил, где хотел. Я с ним боролся целый год, наверное, долго. А потом я просто взял его, вынес на улицу, опустил, блядь, на тротуар и ушел домой, напустил. Помнишь, я тебе говорил, что я в Америке 4 месяца провел? Вот. 4 месяца я был в Нью-Йорке. Представьте себе, я приезжаю назад в Питер. Помню, подтаскиваю сумку, наполненную пластинками, книгами, всякими кайфами рок-н-ролльными. Еле-еле дотаскиваю, помню, до своей двери вот этой вот. Ставлю свою сумку тяжеленную. И начинаю ключи искать. Я же 4 месяца не брал в руки. Я даже не знаю, где они лежат. Я совершенно забыл, что надо еще ключи для этой двери. И вот я ищу. И вдруг в этот момент я слышу мяу. Оказывается, я когда уезжал, оставил кошечку свою на улице. Все мои друзья, все или там половина, одним словом, те, кому я предложил оставить на время отъезда кошечки, все отказались по разным причинам. У них там бабушка не любит кошек, там еще что-то, да. И вдруг я слышу у ноги своей прямо мяу, и сидит моя Джулия. 4 месяца я ее не видел. Где она жила? Поразительно, на улице. Я был потрясен. Смотришь по сторонам, все ли нормально? Нет, работает экран. О, ковбой, ты догадываешься, это русские группы на экране. Он тут же выхватывает револьвер и стреляет в экран. Все потухает, он спокойно садится за стол и говорит: пожалуйста, виски с кокой, как любил Джон Леннон. Вдруг на сцену выходит дядя. Потрепанная одежка и со значком. Я самый крутой в мире ассенизатор. Он подходит к исполнителю, к микрофону. И в один микрофон с ним говорит: а говнеца не изволите? Я знал такой антисовковый анекдот, ходил еще лет 50 назад. Мальчишки рассказывали мне с собой. В Питер приехал англичанин. В белом костюме идет по Невскому. Красивый, вальяжный. И вдруг, что вы думаете, проваливается в очко. Канализацию. Крышка лежит рядом, забыли закрыть. Крышка лежит рядом, и оп. Исчез, никто и не заметил. На несколько как гуляли люди, так гуляют. Дети едят мороженое. А он через 5 минут вылезает, без говна. Вылез, стоит, с него текет. И тут ассенизатор как раз идет. Он говорит: ассенизатор, только хотел посочувствовать ему, рот раскрыть. А этот все понял, и англичанин, и говорит ему: что же вы любезнейший? Неужели так сложно было повесить маленький красный флажочек перед люком? А ассенизатор ему говорит: а когда вы ехали к нам, вы что, на границе не видели большого красного флага? Странные игры, это новая команда, которая появилась в Питере, но вот во время перестройки. Когда появились все эти Алисы, аквариумы, там, ну примерно 85-й год. Телевизоры там все. Эстрадные игры были страшно популярны. Я их слушал, ходил на их концерты в рок-клубе на Рейнштейне. Я как раз все перечисленные команды я слушал, мне не нравились, я с ними закорешился, мы с ними встречались, там, пили вино и так далее, и так далее. И вот прошло, представь себе, 10 лет. Многое там менялось, что-то там происходило постоянно.
какой-то момент я уже забыл про эти группы. О, вот, у меня появилось дело храма. В 91-92 году я уже был в другом мире. Занимался, вот только на Пушкинской крутился. Что-то было. В 95 году повторяю, время жизни случайно. Мы там приезжали, что-то там надо было, встреча какая-то была. И вдруг мне говорят: ой, Коля, сейчас на этом, на стадионе Петровске идет рок-фестиваль. Я слышу, здесь это шум какой-то. Шум, такие приглушенные звуки музыки. Мне говорят: так пойдем сходим, там вход бесплатный. Пошли. Прихожу, и вдруг на сцену выходит что-то, думаю, странные игры. Вот эта группа, на которой я торчал, она мне очень нравилась. В 85 году, в 87-м. Я их частенько слушал, на их концерты ходил. Они у меня были в гостях. Я о них хорошо написал свои книги, «Кости». Там у меня раздел «Русский рок». Я написал о них отдельную страничку. Все было прилично, как бы не вызывало никаких отрицательных эмоций. И вот повторяю, в 95 году я случайно на стадионе Петровске увидел их. Мою любимую команду и моих всех знакомых ребят, которые с которыми я общался. Ну, уже год или два, или три я не видел их. И вот я вдруг, они начали играть, я чувствую, что-то не то. Они играют, я вспоминаю, что они играют один в один ту программу, которую они играли 10 лет назад в рок-клубе на Рубинштейне. Я был неприятно удивлен этим, потому что все-таки в некотором роде прогресс — это символ рок-н-ролла. Продвижение вперед, и новая музыка всегда у старых групп раздавалась. Все менялись, даже Элвис менялся, все. И вот они заиграли один на один, повторяю, свою старую программу 85-го года, эти странные игры. И тут я чувствую, что на меня пошла кайфология. Мне стало неприятно. Коля, мне стало неприятно. Поперло против кайфа, против святого. Притом, говорим, фестиваль, вокруг толпы народа. И я там с кем-то. Я разворачиваюсь. Быстро-быстро, почти бегом ухожу с этого стадиона. Когда я вышел наружу, мне стало покойно только тогда, когда я ушел далеко от стадиона, чтобы совсем не было слышно ничего. Вот как меняется музыка со временем, я сам себе ответил, что у Битлз своя дорога, чем больше слушаешь, тем больше кайфа. А у этих много.